Какие ружья для подводной охоты самые лучшие? Тестируем. Вот, собственно, список тестируемых образцов. Участники мероприятия. Достаточно интересно. Знаете, некоторые ружья... В общем, у каждого ружья есть какое-то свое ощущение. Безусловно. Особенности каждого еще предстоит понять, я думаю. Ну, если говорить в целом, то я под впечатлением. Хотя стоит отметить небольшие сложности в некоторых ружьях. Срабатывают хорошо, иногда застревает что-то. Но все-таки большинство ружей можно квалифицировать как профессиональные. Признаюсь, некоторые показались мне тяжеловаты. Ружья хороши, безусловно хороши. Практически все стреляют одинаково. Лично мне показалось, что у некоторых ружей небольшие сложности со спусковым крючком, но в целом мне безусловно понравилось. Я думаю, всем стоит попробовать пострелять. Но что касается моего выбора, это Hammerhead Evolution. Это больше всего подходит тому, чем я занимаюсь под водой, удовлетворяет всем моим требованиям. Ружье достаточно просто эксплуатируется. Вся механика работает достаточно слаженно, достаточно плавно. Я думаю, стоит прикупить несколько. Что касается модели, Hammerhead очень хорошо стреляет.
Raifu тоже неплохая модель. XT Soul Track тоже неплохо. Многие стреляли другими моделями, но предпочтение все-таки отдавали Raifu и Hammerhead. Мне кажется, самые лучшие модели. Hammerhead, на мой взгляд, самое удобное, самое комфортное ружье. Качественная горизонтальность. Очень и очень легко заряжается. Среди всех, мне кажется, это была лучшая модель. Хочу отметить также CX-UP. Достаточно неплохое ружье, очень легко заряжается. У каждого ружья есть своя особенность. Все ружья стреляют по-разному. Я провел небольшой эксперимент и взял два практически одинаковых Амера. Я стрелял из них по очереди. Что я почувствовал, что у них разная точность попадания. Мне кажется, необходимо небольшое время, чтобы привыкнуть к конкретному ружью. Так сказать, пристреляться. Я думаю, основная задача состоит в пристреливании к ружью. Очень много зависит от горизонтальности ружья при выстреле, параллельности уровня мишени, насколько далеко ты находишься от мишени. Я полагаю, что каждое ружье может стрелять максимально точно и максимально аккуратно. We're on pink snorkel. No, just Ben Caddy. Shut up. One down. Все, что я могу сказать, это мне было интересно стрелять из разных ружей. Я наслаждался.